Вот я пришел, тут Лена Вороваш с собакой пасет. Это бычки. Вот они как подступили. Им тоже интересно, что тут. Подойди хоть сюда поближе. Там дальше виден лагерь наш. Вот. Это у них собачка. Вот она пасет. Вот какая хорошенькая. Как ее звать-то? Рэм. А? Рэм. Рэм. Вот. Там осталась еще коровка-то. Ну, тебе нравится пасти? Мне нет. А что? А я издалека посмотрел, ты так, как настоящая пастушка пасешь. Гляжу, смотри, какое одеяние у тебя, как барыня какая вышла. Я подумал, что Лиза пасет. Их легко пасти, а дома работы много. Надо ладно работу делать, и знаешь, что там все стоит, а тут пасешь. И Рема заболел, температура у него. Поэтому я вышла. Понятно. Я сегодня пошел тоже пасти, и с Володей был вон там под теми деревьями. И мы взяли с собой блаженного Феофилакта, он начитывал, я комментировал, и сделали 3 ролика. Здорово. Здорово, конечно. А утром у нас по 1 ролику получается. Витя по порядку считает Евангелие от Матфея, с толкованием, а я даю комментарии. Ну так здорово, ползают эти, ну что, что такое, а? Да хороший такой. Сейчас Женя поедет тут. Ну. Вот как. Упал у него рулон. А что, уже пора домой гнать? Ну, в 7 часов. А. Ну, давай, собирай. Хорошо, пасла, много молока будет. Вот. Вот по Теряевке, по так пасут. Сегодня 4 сентября 2013 года, среда. Как говорится, постный день. Вот до обеда Володя пасет. Они его просят. А после обеда сами пасут, у кого коровы есть. Вот. Ну, а тут большинство овечек-то это батюшкины. Вот они где. А подальше вот и деревья растут. Это лагерь. Лагерь-стан. Я туда еще схожу. Тоже надо заснять будет, посмотреть. Вот она как. Хорошо. Лена как роль завуча выполняет в Потеряевской школе. И ее тут в Корчино переманивают. Вот в Вене приехал Янчук. Наверное, помочь решил. Видите, как дружно. Скотину. Это дело приближается к 7. Вот уже несколько дней. До этого было до 8 пасли, а сейчас до 7. Как заворачивает. Вот. А тогда еще вот утром мы были, записывали где. Это мы пришли на Вазоринский околок. Вот он какой. Там мы были. Там записывали. Вот эти. Там далеко лесополосы, видать. Это вот. Все это приближается где. Лагерь наш. Там туалеты, видать. Вот идет трактор. Это Женя Янчук перевозит сено свое. А тут неправильно нажимаю, может, что-то. Видите, Игорь Барабаш имеет накручивает, который вот. Теряевки все вручную делалось, а теперь вот такая вот история. Машина,
машиной косят, машиной собирают, да не просто сгребают, а такие какие-то колесики крутятся, и она сбивает все вместе. Ну и слава богу.